Всем привет! Сегодня хочу поговорить про замену лампочки в габаритах Mercedes ML в 164 кузове. Просто мне тут недавно попалось видео, как специалист по Мерседесам меняет лампочку в габарите. Меня это, мягко говоря, повергло в шок. То есть он скидывал бампер, вытаскивал фару, чтобы поменять лампочку, рассказывал, как все, что сделать надо. По времени часа полтора, наверное, ковырялся, чтобы поменять одну лампочку. Я хочу показать, как все это сделать проще, быстрее, без разбора машины, без снятия бамперов, вытаскивания фары. Итак, у меня есть вот такое чудо-съемник, сделанный на скоряк из куска пластиковой трубы. Внутренний диаметр у него 20-ка. Тут пропилено по бокам тоже 20-ка. И в глубину сделал 30. Ну, это все в миллиметрах. Сейчас покажу, как им пользоваться. Итак, берем мой чудо-съемник, одеваем с той стороны на разъем и против часовой стрелки проворачиваем. Надеваем разъем, вернее съемник на разъем. Неудобно одновременно и видео снимать, и габарит снимать. Одели против часовой стрелочки, проворачиваем и вытаскиваем всю эту конструкцию наружу. Все, вытащили. Лампочка у нас благополучно улетела, не проблема. Сейчас мы все соберем обратно. Итак, вот он сам разъем. Сейчас вставим лампочку и соберем все в обратном порядке. Берем габаритную лампочку, в нашем случае такая вот светодиодная. Вот так она выглядит, по ней Mercedes ошибки не выдает. Стоит она на рынке порядка 200 рублей. По времени хватает где-то, вот одна отслужила год, а вторая фара где-то месяцев 8. Итак, вставляем лампочку обратно в разъем. Можно сразу проверить работоспособность. Включаем. Все работает. Далее берем наш чудо-съемник. То есть у нас она вот так вот стоит. То есть, соответственно, поворачиваем ее вот так, вставляем съемник в разъемчик. Вот так вот зарядили наш съемник. Заводим под фару, вставляем в посадочное место. Вот. Сейчас где не видно, вот вставили. Вставляем и проворачиваем по часовой стрелке. Вытаскиваем наш чудо-съемник. Все, стоит на месте. Включаем габариты, проверяем. И все работает. Не надо снимать бампера, фары. Все гениально и просто, как обычно. Всем спасибо. Надеюсь, кому-нибудь будет полезно.